«Ломать, не строить», гласит известная поговорка. Однако в этом случае все иначе. Здесь ломают для того, чтобы построить. Бывшее пристанище дружественной нам нации, гостиница «Заря», теперь готовится принимать других постояльцев. Подтопленцев. Над созданием комфортных условий проживания для них сейчас трудятся рабочие, а помогают им в этом московские курсанты из Академии МЧС. Мы должны помогать работе здесь как бы любого плана. Вот. Если это поможет людям, почему бы и нет, мы будем заниматься и такой работой. Вот. Готовим помещение, чтобы они какое-то время здесь находились, вот, так как такие условия предоставим сейчас природа, это просто... Если уж у будущих спасателей не находится слов, то у подтопленцев тем более. Именно поэтому администрация города решила, пострадавшие заслужили достойное место для жилья, пусть и временное. Всего в муниципальном здании для них выделят 2 этажа, на каждом по 18 комнат. На этажах также будут туалеты с новой сантехникой, душевые кабины и даже отдельная детская комната. Будет изолятор медицинский, который будет предназначен для того, чтобы изолировать пациентов с какой-то острой патологией. Кроме того, бытовая комната для приготовления пищи. Это будут и плиты для приготовления пищи, и стиральные машины. Будем создавать комфортные условия для наших граждан. Этот пункт длительного пребывания предназначен для тех, кому жилья постоянного, ждать придется еще долго. Всего сюда переедут 29 пострадавших благовещенцев. Если жилье понадобится областным подтопленцам, их тоже направят в новый пункт. Уже через несколько дней ремонт здесь завершится, и комнаты заполнят семьи, которые сейчас не могут вернуться в свои родные дома. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город».